Меня зовут Гульнас, мне 35 лет, у меня двое деток, работаю диспетчером. Меня зовут Мария, мне 23 года, у меня один ребеночек, сыночек, маленький, еще нигде не работаю, сижу в декрете, но при этом занимаюсь танцами. Меня зовут Руслана, и хочу сказать спасибо организаторам за то, что есть такая возможность снова проявиться, почувствовать опять всю эту атмосферу соперничества, камер, но при этом какая-то, при этом всем теплая дружеская атмосфера. Меня зовут Новикова Анастасия, у меня один ребенок, его зовут Милет, ему 8 лет. Я люблю детей, я люблю жизнь, и здесь состоялась сейчас жизнь. Спасибо вам за это. Меня зовут Ирина, мне 33 года, у меня двое детей. Сегодня я участвую в проекте. Мои эмоции не могу, я просто кайфанула.